Узор ажурной горизонтальной дорожки. Такой узор я вязала спицами из летней пряжи, где спицы немного толще, чем нужно для этой толщины пряжи. Узор вяжется свободно. Это его лицевая сторона. Это его изнаночная сторона. Для вязания узора наберите количество петель кратно 3 плюс 2 кромочных петли. Первый ряд с лицевой стороны. Снимаем кромочную петельку. Все петельки в первом ряду провязываем лицевыми. И так вяжем лицевыми до конца ряда. Довязываю ряд лицевыми петлями, кромочную провязываю изнаночной. Готовый первый ряд узора. Второй ряд с изнаночной стороны. Снять кромочную петлю. Снова все петли провязываем лицевыми. Так как у нас правая стенка уже спереди, мы провязываем все петли лицевыми за правую стенку, то есть за переднюю. Довязываю лицевыми петлями и последнюю кромочную провязываю изнаночной. Готовый второй ряд. Третий ряд с лицевой стороны. Снимаем кромочную петельку. Далее правую спицу вводим в следующие 3 петли. И провязываем эти 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Затем делаем накид на спицу. Снова вводим правую спицу в 3 петли. И снова провязываем их вместе лицевой петлей. Получили 3 петли из 3. И снять 3 петли с левой спицы. Повторяем раппорт. Вводим правую спицу в 3 петли. Провязываем их вместе лицевой петлей. Делаем накид. Снова вводим правую спицу 3 петли. И снова провязываем их вместе лицевой. Получили 3 петли из 3. Снимаем их с левой спицы. Ввели правую спицу в 3 петли. Провязали их вместе лицевой. Сделали накид, снова ввели правую спицу в 3 петли и снова провязали вместе лицевой. Сняли. Вводим правую спицу в 3 петли, 3 вместе лицевой, накид, снова ввели правую спицу, 3 вместе лицевой. Важно на одно и то же расстояние вытягивать петли. Продолжаем вязание таким образом до конца ряда. Мой последний раппорт. Ввели правую спицу в 3 петли, 3 вместе лицевой, накид, 3 вместе лицевой. Снимаем их с левой спицы, кромочную провязываем изнаночной. Готовый третий ряд узора. Четвертый ряд. Изнаночная сторона. Снять кромочную петлю, затем первые 2 петли вязать изнаночными. 1 изнаночная, 2. Начинаем вязание раппорта. Первую петлю пропустить, вторую провязать изнаночной, затем провязать изнаночной первую петлю. Снять 2 петли с левой спицы, 1 изнаночная. Снова первую пропустили. Вторую провязали изнаночной петлей, затем провязали изнаночной пропущенную петлю. Сняли их с левой спицы, 1 изнаночная. Пропускаем 1, вторую провязываем изнаночной, провязываем изнаночной пропущенную петлю и 1 изнаночная. Таким образом повторять раппорт до конца ряда. Мой последний раппорт. Первую пропустили, вторая изнаночная. Первую провязываем изнаночной, 2 снимаем с левой спицы, 1 изнаночная. Закончить ряд как 1 изнаночная и кромочную также вяжем изнаночной. Это был четвертый ряд нашего узора. Далее узор повторять с 1 по 4 ряды. Получаются вот такие ажурные горизонтальные дорожки.
Спасибо большое! С вами была школа вязания «Наша пряжа».